Всем привет! Привет! Сегодня рассказываем о том, как экономить при покупке туров онлайн. Отдыхать хочется всегда, стоимость туров все дороже и дороже. И дальше маленькая хитрость, как с использованием промокода экономить на покупке туров. Покупка туров онлайн – это тренд 2018 года. Очень странно и, возможно, даже непонятно, почему раньше не возникло таких агрегаторов, которые есть сейчас. Почему раньше люди ходили в турагентство и покупали туры офлайн. Платили дороже, потому что турагентствам нужно платить за аренду помещения, нужно платить зарплату сотрудникам. Сейчас есть такая возможность поехать отдыхать за границу или на курорты России по достаточно хорошим ценам. Как же экономить, наконец-то спросите вы. Расскажу. На сегодняшний момент существуют три основных игрока на рынке онлайн-бронирования туров. Самых лучших, самых удобных – это Online Tours, Travelata и Level Travel. Мы размещаем туры от всех этих агрегаторов периодически. Они имеют, каждый из них имеет свои плюсы, свои минусы, свои какие-то интересности, скидки и так далее. В основном, конечно, цена у всех туроператоров, она фиксированная. И иногда агрегаторы дают скидки для того, чтобы соперничать с друг другом. Дают скидки они по промокодам. И мы создали страницу на нашем сайте, ссылку в сайте TripForSend, ссылку мы вам обязательно скинем, где мы размещаем самые актуальные промокоды. Мы ежедневно следим и пополняем их, если они заканчивают срок действия, мы их оттуда удаляем, и новые мы размещаем на этой страничке. Поэтому мы будем там размещать, и смотрите актуальные промокоды на этой страничке сайта. Промокоды имеют срок действия, ограничение по сумме, либо ограничение по месяцу вылета. Но самые крутые промокоды – это те, которые без ограничения суммы. Тогда вы сможете хорошенько сэкономить. Да, то есть можно взять тур по любой цене, там даже если он стоит 5000, применить к нему промокод. Вот это класс. И, кстати, мы размещаем какие-то копеечные туры, часто они горящие, иногда бывают не горящие, на нашем сайте, в группе ВКонтакте, в Телеграме и в Фейсбуке. Смотрите актуальные туры, которым часто этот промокод можно применить. Путешествуйте дешево. Путешествуйте с нами. Да, дальше будет разбор туров. Не разбор туров, а разбор промокодов, где их использовать, и ссылки на сайты. Так что смотрите дальше. Пока-пока. Хочу показать вам, как пользоваться промокодами на примере сайта Level Travel, которым лично нам удобно пользоваться, и мы через него путешествовали этим летом, летали туром в Сочи, покупали, применяли промокод. И на сайте у нас указаны действующие промокоды Level Travel, Travelata Online Tours. Вот пример статьи, которую написали сегодня. Здесь все промокоды свежие, все можно применять. И для того, чтобы нам найти, применить промокоды, я покажу на примере сайта Level Travel, как это сделать. К сожалению, вот промокоды расхватывают быстро. Я вот сейчас попробовал применить код на сентябрь. Он уже закончился, то есть их всего 100 штук на каждый. Попробуем применить на октябрьский тур. И я покажу, как это сделать. Я вот нашел, ну, пример из Петербурга тура, обычный тур. Кстати, довольно хорошая цена. Летим из Греции, из Петербурга на 5 ночей в начале октября. Вот у нас нашли хороший отель, моментальное подтверждение. Сейчас пройдем этап бронирования. Подтверждение цены. Вот видим этот вариант. И попробуем применить промокод к этому туру. Вот тут у нас появляется окно подтверждения заказа. Мы видим окончательную цену. И у нас есть такой пункт, есть сертификат или промокод. Здесь у нас детали тура, многим известны.
И вот вводим промокод на 1000 рублей, который мы скопировали с сайта, заметки, которые, страницы, которые сегодня написали. Вот видим, что промокод успешно применен, и у нас стоимость тура понизилась на 1000 рублей. Даже если бы стоимость тура была 15 тысяч рублей, она бы понизилась на 1000. То есть нет ограничения по минимальной сумме бронирования. Промокод, как правило, и на Travelata, и онлайн Tours, он вводится, скорее на Travelata, он вводится в конце бронирования. И на онлайн Tours, если у вас есть баллы бонусные, описано в статье, как их получить на первое бронирование, вы тоже можете их применить уже на этапе выбора конкретного тура, вы можете списать свои бонусы. Это все по применению промокода. Дальше мы постараемся вам разобрать каждый из агрегаторов, чем он удобнее, его преимущества перед другими, его недостатки перед другими, где лучше бронировать и как применять баллы, как искать, проще искать туры на этих агрегаторах, где это удобнее сделать. Пока это все. Ссылка на сайт, ссылка на наши контакты будет под видео. Если это видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Дальше будем еще рассказывать о путешествиях, о лайфхаках, о различных турах и прочем-прочем, что может быть интересно путешественнику, как сделать это бюджетно. Мы будем рассказывать и рады, если вы будете задавать вопросы и комментировать. Всем спасибо. Пока-пока.